Полютуранск, он уже там. Ходим. Только беде душа ожидается. Вот я и опасаюсь. Мы сухие пришли. Но все равно кто-то что-то потерял. На ваших ступеньках. Да, конечно. Да, конечно. Видел. Ну да, конечно. Да, конечно. Угу. Я закрывала, а сумка надо было посмотреть. Да, сори, сори. Ну, что ты мне на ногу не бегает дорогу? Ты что? Иди в Богу. Да иду, иду. Надо где, пропусти, но я на дорогу не пересекаю. Что так получается? Короче, магазин был вот это, видишь? Вот дом был весь в этом самом, когда мы показывали. Что? По лютеранской тогда писали, что... Это вот там где-то. Ну, писали за второй школой. Ну да, где-то там. А я ничего не понял все равно. Да вот, тут, видишь, тут видишь, скоро здесь новый магазин откроется. А вот тут, видишь, где будет здесь продуктовый магазин, какой я помню. Ну, такое есть, это же... Вывеску поменяли, что-то на английском написано. Вывеску поменяли, так все. И расширились. Видишь, размер поменял, он был пониже. И я не могу понять. Я все равно ничего не понял. Ничего не понял. Блин, эти идиоты опять развлекаются. Ну ты понял, о чем я тебе по телефону рассказал, кажется. Опять они куражатся. Фу. Хотят не лежать, ничего, давай спали, спали. А теперь все, уже компания. Угу. Вот, я говорю, когда я на кухне беру. Да, ясно, ясно. Вот. Блин, вот из-за них у нас в городе паника. Из-за этих... Что, говорят, что заминировано. Какая вот эта паника. А вот она заходила, говорит, сначала позвонит. Вы что не звонили, говорит, а муж пришел уже шум с полицией. Да. А ему сообщение, что вторая школа. Он говорит, а что это самое? Говорит, я, учителя ничего не пишут. Потом позвонили, написали, что это делать, уже пусть дети покушают. Они же готовят кушать, правильно, mm-hmm. А куда еду девать? Да. Вот. Ну, за них у нас и паника в городе. Из этих долбодятов. Я вижу, что здесь видишь, дверь прорубил. Отдельный вход. Ты же давно был отец. Ну я ж тут не ходил по этим, потому не знаю, не видал. Это было больше, это было все в этих самых вагоньках. Это не это. Это не то. Ну да, она что? Кто тогда писал? Чепрас. Чепрас. Это фотку прилагал. Да, ну это самое. А за вторую школу? Куда за вторую? За второй школой. Проспект Ленина, а этот камень ничего нет. Он просто не указал, он еще каким языком что? Догадайтесь, мол, сами. Это не оно, то было фото на улице, это гирлянды на окне, это две ваши гранды. Те это желтые, а те были синие. Да, так что это не то помещение. Не, мы не успеем, 7 секунд осталось. Мы не успеем прорваться. Thank you.
стоим. Сейчас он быстро, 20 секунд, это недолго. Там ничего нету. Я не буду нарушать правила, вот стоим. Четыре, три, два, один. Теперь. Спасибо. Поднимаемся здесь сразу, на эту лестницу.